чтобы снять порчу с горла, с горловой чакры Вишудха, надо зажечь любую свечу, любого цвета, размера, зажечь от этого пламени две палочки любого ароматического благовония, именно от пламени, подождать, когда разгорятся эти благовония, вдыхать минут 5 дым от благовоний и проговаривать: «С горла порча уйди, с дымом пропади, аминь». Нечетное количество раз. Когда так сделаете, порча будет с вашего горла уходить.